основные вентиляторы стоят. Энергетика Вьетнама становится с каждым годом все мощнее и мощнее. Видите, сколько их там, вентиляторов этих. Сейчас попробую увеличить, чтобы было понятно. Вон они, вентиляторы везде стоят. Сколько видно. Целые кучки все крутятся, вращаются. Так, а мы тут едем, где-то едем из одного места в другое, в середине Вьетнама. Это вот Витя сидит, это наш водитель. Прошел я медкомиссию, так что будем дальше работать над моим легальным статусом в этой замечательной стране.